уже поела она. Малыш уже это, в груди приложили возле мамы. Я его взяла, он конючит. Маму ему. Давай. Только маму? Ну, только маму. Смотрю, там Илья написывает прямо. Ну, прямо желание у него такое, конечно, увидеть малыша. Все спрашивает, как там, смотрите, чтобы он его не перепутали. А где? А чтоб ребенка не забрали у Аленки. Он тоже ёкает. Ален-то как? Что говорит? Ну, что она говорит? Нормально все. Она говорит, мам, конечно, говорит, не верится. Ну, такое ощущение, говорит, не верю просто, говорит, что, говорит, у меня вот сынок родился. Все нормально у нее. Прямо доктор говорит, вообще умничка. Так вела себя на родах, спокойно все, слушала доктора. Молодцы, короче, похвалила. Ребенок 8-9 баллов. Я так рада. Что главное, надо же, мы ожидали, что так все быстро. Это да. Классно. Такой малыш вообще, такой лопочка. Сейчас он такой розовенький стал, такой четкий.